беседы ведут. И громкие. Один и... из них еврей, другой грузин. Ух ты. А как же. Добрый, дорогие друзья. Я не знаю. Я хочу в нескольких словах... актуальным ресурсом о том, что в Москве прошел чемпионат по поеданию черной икры. Значит, собрались в достойном месте города Москвы и соревновались, кто быстрее и в больших объемах злоупотребит черной икрой. Кто-то вот такие показатели. Я видел фотографии этих людей, я видел эти достойные лица, благородные, в каждом из них и в любом россиянине всего лучшего, самого светлого, всего, собственно, что из чего я сделал вывод, что я был прав, когда полагал, что политическая активность Ксении Анатольевны Собчак в обстоятельствах гибели своего отца и не собирается это прощать тем людям, которые к этой гибели... И идет со страшным накалом каждый день на каждом отрезке территории, в каждую секунду. Это война между двумя громадными группами людей, озабочена лозунгом Чехова. Как бы выдавить из себя по капле раба и, наконец, человеком стать. Являются, с позволения сказать, люди, которые устраивают в Москве чемпионаты по скоростному поеданию черной икры. Что 2/3 населения Российской Федерации живут, ну, если не за чертой бедности, то на этой черте. Капли разума, совести, нравственности, света, добра, Бога, если хотите, которые в них были от рождения, что... победа в этой гражданской войне, она не будет представлять собой победу одного войска. Собственно, будут драться не два типа людей, а будут драться две стороны. Первая сторона – темная, скотская, сатанинская, зверская. И вторая сторона – светлая, совесть. Этот видеоролик, думаю, нет. Тем не менее, мое дело заключается в том сейчас, что я хочу сказать ей Анатолию огромное вам спасибо. Вы делаете все правильно. Если вас это хоть в какой-то степени успокоит, то я, тем быстрее придет ваш конец, который для вас самих будет являться самым светлым исходом, который только...